Это мой верстак. Временный. Использую я гладилку. Это моя ковырялка. Без нее мы ни туда и ни сюда. Это рубанок для уже обструганного дерева после, как вот это называется, опять не вспомню, как его называют, шерхебель, не шерхебель, это напильник, как его называют, да? Который сначала грубую обработку делает. Опять. Я хорошо вспомнил, что этот называется верстак называется. Вспомнил. А теперь как называется вот этот? У него вот тут полукруглый. Ладно, в интернет зайду, узнаю. Спрошу я у Яндекса. Это мой лучший друг. Все вопросы я с ним решаю. С Яндексом. Я вам тоже советую. Обращайтесь по всем вопросам к Яндексу. Вы можете в Google зайти в систему поиск, задайте любой вопрос. Скажем, что можно приготовить из топпинг-амбурга? Он тебе раз выкидывает там видео, рецепты выкидывает. И пошел я. Фу. Яндекс хорошо. Опять не та сторона. Ну ладно. Ты на себя работаешь. Ты не на этих, на которых в СССР работал. На себя работаешь. Делай аккуратненько. Я буду постараться. Пора.
булочки на кухне буду делать. В магазине есть, конечно. А я это не куплю. И не потому, что я этот не могу. Могу. Я все могу. Могу поднять. Могу. Так я и не вспомнил, как тот называется. Не рубанок он, конечно. Он как рубанок, но грубой обработки. Мама. Ладно. Пойдет. Пойдет. Пока тормозем, чтобы длинный не был.